Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето, бла-бла, Фьюзен Канна. Добро пожаловать на мой сегодняшний идеальный обед, потому что он организационно у меня совершенно невинен в плане того, что я ничего не делала. Я только единственное, что сделала, это разморозила смородину из морозилки. Все, больше я ничего не делала, я только метала на стол и для того, чтобы это все снять. И вот это на самом деле для меня просто идеальный случай, но такое практически невозможно, ну, может быть, только если салат не делать, но в данном случае салат у меня присутствует, полностью нормально приготовленный, но при этом он заправлен столовой ложкой, нет, меньше, 20 граммами сметаны, ну, где-то плюс-минус, приблизительно, опять же. Почему? Потому что я его вообще готовила не сейчас, соответственно, да, я его готовила вчера и вообще не себе, и поэтому заправлен он сметаной. И сметаной, кстати, не жирной, всего лишь 20%. Ну, а от одного раза я, конечно же, не умру, и кетоз мой никуда не денется. Итак, здесь где-то приблизительно 170-180 грамм томатов и 20, приблизительно, опять же, где-то, ну, точно меньше столовой ложки, потому что столовая ложка с горкой это была вчера, не мне. Кто-то ее отъел, и я думаю, что у меня здесь меньше. Соответственно, здесь посчитаны, как я сказала, сметанка, вернее, и помидорки. Пищевые дрожжи я не считаю. То есть вообще салат сегодня просто идеальный в плане того, что я его не готовила сейчас. И основное блюдо сегодня это опять же приготовленные еще, наверное, позавчера свиноговяжьи ребрышки, которые чисто филе посчитала их как говяжьи ребра. И варёно-копчёный бекон обалденный, вкусный, прямо сладенький. Естественно, я его тоже не готовила, это магазинный, так сказать. И целых два десерта, это уже праздник, а именно тыквенные семечки 20 грамм и 30 грамм сливочного масла. Я их съем ложкой в прикуску, если что, ничего с этим не делаю, просто ем. Просто радуюсь, просто живу. Еще вот этот десерт, то есть вот я разморозила уже замороженную в морозилке черную смородину, и здесь аж целых 120 грамм этой смородины, что на самом деле дофигища, ну как бы в плане того, что объема. Но прекрасно все это, в 50 грамм моих чистых углеводов, это все замечательно вписуется. И, кстати, здесь еще 2 кубика горького шоколада, а это вот все. Это эритрит сверху, ну, потому что 120 грамм смородины вот я не съем без сахарозаменителя. Вот уж насколько я люблю кисленькое, ну, это слишком даже для меня. Итого, вот это вот, я все это перемешаю потом, и получится такая у меня смородина в шоколаде. Еще и сладенькая добавок. Вот такой сегодня получился у меня идеально замечательный десерт. И десерт в том числе, и обед. Но при этом хочу сказать, что сегодня самая главная новость – это выход моего, наверное, вечером, к вечеру, или я не знаю, как, или в течение дня, и когда я выложу, не могу сказать точно, это не от меня зависит, опять же, так сказать, наверное, от высших сил, ну и технических, так сказать, служб, которые у нас тут чего-то ремонтируют. В общем, выложу на этом канале новое видео, и это видео непростое, это видео разоблачение. Так что, если вы не подписаны на мой канал, советую все-таки подписаться, потому что там будет мега, я бы сказала, глобальное, я бы даже сказала, жесткое разоблачение. Конечно же, кого? Ну, меня, конечно же, кого же еще тут на моем канале разоблачать? Поэтому подпишемся срочно, потому что не знаю, когда выложу. Колокольчик нажимаем, чтобы уведомления получать, как только я выложу это все. И, ну, кето-ролик, магия вечна. Всем привет, пока-пока, до встречи на моих каналах.